мы обратили внимание, что, собственно, для нас является, наверное, еще белым пятном то, что у нас никто не выиграл по шахматам, фигурного катания у нас нет достижений. В этом году не оказалось. И по боксу всего один человек. Поэтому попросили, так сказать, проанализировать наших коллег и дали поручение руководителям комитета по спорту, чтобы заняться уже серьезно, системно этой работой.